Всем привет. 4 мая. Второй день, у нас уже очень солнечная, теплая погода, что очень-очень нас радует. Вчера я даже отдохнул от штанги и весь день провел на даче. Правда, пахался не меньше, чем в зале, так как на даче тоже нормально работы хватает всегда. Ну а сегодня по традиции еду проводить тренировку в CrossFit Берлогу. Сегодня, надеюсь, народу будет побольше, чем в прошлый раз. В прошлый раз народу было 6 человек, так как рекламу не сделал. И Берлога его тоже не сделала, ее точнее. И, собственно, пришли только мои верные спортсмены. Вот. Но потренировались мы, конечно, очень продуктивно в прошлый раз. Были и ПМ, и колокольчики. Ну а сегодня, я надеюсь, будет не хуже. Вот такая у нас погода. Сейчас чуть немного пасмурно, но в принципе очень тепло. Вот мы и доехали. Шагаем потихоньку. Сегодня, кстати, на удивление получилось припарковаться. Как мы очень близко к берлоге, потому что обычно тут все заставлено. Сегодня, кстати, еще должна приехать девчонка из Барнаула. Да, конечно, прям большая честь для меня, что аж с Барнаула ко мне приезжают на тренировки. Ну, видимо, большое желание и мотивация. Сейчас посмотрим, в какой форме она находится. Ключик. Здорово. Ты что сегодня, без света? Привет, герой. Привет. Как дела? Нормально. Сейчас, короче, разминаюсь. Сразу начинаю. Я прикоснулся. Здорово, чемпион. У меня ништяк, я хоть это, нос зарос, я начал тренироваться. Я теперь как вы. Хорошо. Своди лопатки. Тебе чуть-чуть можно пошире взяться, ты сильно узко взялся. Не, отпусти, я тебе опусти штангу, я тебе покажу. Вот так примерно берись пальчиком. Вот пальцы на 30 отступай. У тебя руки-то длинные. Ты сильно узко взялся. Вот себя не прыгаем. Мы живот выталкиваем. А вот это мы не делаем. Хорошо. Давай потихоньку, давай. Своди лопатки. Если что, бросай ее. Чуть вперед сдвинь. Нормально. Сейчас как раз вверх потянется, потом рвать будет хорошо. Если что, бросай ее. Не бойся. Прям бросаешь ее и все. Мы не на соревнованиях, нам не надо здесь удерживать вес. Ага, хорошо. Ты когда стоишь, ты, ну разогни ноги до конца, у тебя полусогнутые. Окей. Разогни, чтобы у тебя эта пружина была. Ты стоишь в статике, уже напряженный весь. Нога уже напряжена, понимаешь? В статике. Ну, то есть ты не разогнул как-то до конца ноги, ты в статике стоишь, ногу грузишь. Понял, то есть... Да, ты вот встал ровно, выпрямил, вот, видишь, выпрямил. Ты вот так стоишь. У тебя нога напрягается. Амортизирует нагрузку. Хорошо. Накрывай больше. Побольше накрывай, мало накрывай. Можно еще носочки развести чуть-чуть, вот так встать. Вот. Оп. Пружинку себе сделать. Да, лучше. Алена, под себя не прыгаем. Уже получше.
Маша, спинку держим. Держим, не валимся. Ага. Хорошо было. Вы начинаете ее. Да. Тяжко, да? Да ты мог добавить. Вот как протяжка. Ты тоже сначала на спиной вчера. А потом ты добавил ноги, и как легко стало сразу. Да. Думайте. Это не тупой спорт. О, сейчас было неплохо. Ты не забывай лопаточки сводить. Начинает вперед она валиться сразу. Ну давай. Лучше, уже лучше. Не идеально, но уже лучше. Уже реально лучше. Еще надо только разогнуться побольше, потому что получается вот так вот сразу. Вот ты почувствовал, да? Надо еще ног добавить. Пользуйтесь ногами, у вас очень сильно. Или не хочет? Но уже было лучше. Разгибаемся. Мало накрыл. А ног вообще не было. Нога-то прибилась там, у вас дочка. Еще разогнуть больше, когда на подрыве. Ага. Чуть-чуть побольше внизу посиди. Сидим. Вот встаем. Не торопись. Вот так ты посиди, даже когда вырвала, а не когда ты уже встала и тут села. Вырвала, посиди чуть-чуть, не торопись. Еще повыше тянем. Побольше не посидеть. Хорошо уже тут летит. Давай сейчас встанешь, я тебе скажу, когда стартовать. Накрывай. О, хорошо, пошла. Не садись. Я уже пришла. Было неплохо. Все, пускай. Все, встала идеально. Как только надо толкать, оп, такая присела на нее. Не надо. Вот, все, пошли работать. Пошли работать. Не надо садиться. Стартовую позицию ты свою чувствуешь, ты можешь встать, ты прям хорошо накрыла. Все, встала идеально, ну присела бы. Ну, наработанное движение. Маша, добавляй. Больше, разгибайся. Разогни ты ее в пах, не бойся. Ну разогни. Ну давай, не сиди там. Семьдесят. Давай середины бедра. А еще разок. Ну, все, попытаем. Да все, не бойся, там, как будто 30 килограмм. Давай. Ну, стойку вырвали.
садись, садись. В чем-то одном сосредоточиться, у меня все остальное уходит. Не, ног почти всегда не хватает. Не раскрываю, да? Ну, надо ногами дать. Ох, блин, я не нажал. А, нет, нажал. Слушай, вообще ништяк было. Прям, ух. Давай, ставь больше. Отдохни, отдохни, Маник. Ай, душе больно, да? Бедная моя душа. Сет. Ну, 42, буду тебе фиксировать. А сейчас здесь сколько? 40. Ставь 42. Ага. Давай. И держим. Ну была она, была. Твоя. Твоя она, твоя. Я сделала. Сделаешь, конечно, сделаешь. Маша, подходишь. Маша, как ты имеешь? Отбила, что ли? Блин, ну я так надеялась. Давай, давай. Что тебе жарко? Жарко? По трапеции тебе смотри. Да я просто. О, Даша, хорошо стало лететь. И? А что ты испугалась? Я не знаю, я уходила. И 4 раза уже сюда. Ну вот и закончилась тренировка. Я даже прям что-то припотел на ней. Ребята сегодня старались. Те, кто приходил до этого. И те, кто до этого не так красиво поднимал, сегодня начали очень красиво поднимать. Даша молодец, сегодня приехала, мне прям порадовала, давно ее не видела, она меня давно не видела, не узнала, говорит, сильно похудел. Вот, ну да, с рывком еще ей надо поработать, но мы уже определили упражнения, которые ей помогут для этого. Будет работать, у нее уже в конце тренировки гораздо лучше получалось, я думаю, со временем, если будет стараться, а она будет стараться, у нее все очень-очень хорошо будет получаться. Алена меня порадовала рывком. Я давно не видел, чтобы она так красиво рвала. Ну и, в принципе, все очень неплохо поработали. Ну а теперь на шашлыки, на дачу.